Доброе утро, коллеги, и доброе утро, крымчане. Да, начался новый день, и наши корреспонденты с нетерпением ждут момента, когда смогут поделиться последними новостями. Сегодня в вечернем выпуске мы узнаем, как проходит установка новых светофоров в городе-герой Керчь, а также какой будет реконструкция аджимушкайских каменоломен. Это будет вечером, а пока я хочу познакомить вас с очень интересным человеком. У нас в студии руководитель региональной общественной организации историко-культурный досуговый центр «Батарея 29 БИС» Александр Ёлкин. Доброе утро, Александр Владимирович. Ну, вообще, ваша организация ведь неспроста носит именно такое название. Вы занимаетесь восстановлением «Батареи 29 БИС», которая была создана в 30-х годах Советской армии, которая защищала рубежи Керчи в годы Великой Отечественной войны. Расскажите, как вы к этому пришли и в каком году все началось? В 2016 году группа энтузиастов создала организацию «Батареи 29 БИС» с целью восстановления батареи, сделать из нее культурно-досуговый центр. Вот. До нашего времени уже, конечно, нашли обломки этой, ну, пытаемся восстановить. Поэтому сейчас их было достаточно много. Мы очистили несколько блоков, вот, приготовили с помощью президентского гранта, приготовили внутреннюю экспозицию силового блока. И на 9 мая жители города Керчи увидят экспозицию очень интересную, с большим количеством находок, техники, там, вооружения. Поэтому выполнено достаточно много. Это замечательное дело. Я знаю, что в рамках деятельности вашей организации неравнодушные жители не только занимаются вот как раз-таки восстановлением исторического памятника, но и поисковыми работами в акватории Керченского пролива. Правильно? Правильно. Какие находки вам там чаще всего встречаются? В основном война. Война унесла очень много жизней, погибло очень много кораблей. Сейчас работаем в основном по интеллигентскому десанту, потому что потери были большие. Вот. Много судов пропало без вести. Вот в этом году мы нашли ЗК-053 без вести пропавший. Приезжали родственники погибших матросов. Вот. Поэтому в данный момент основная работа идет по военным кораблям. То есть мы не работаем по старым, а именно война. Пытаемся найти крупицы истории, определить, кто где погиб. Я знаю также, что вы поднимали и самолеты военные. Да, мы поднимали самолет, мы поднимали технику, ну, в смысле, небольшие обломки какие-то. Сейчас пытаемся восстановить для экспозиции на батарее 29 БИС. Угу. Я знаю, что еще в рамках вашей организации, деятельности, вы привлекаете молодое поколение как раз-таки. Вот расскажите, как это происходит? Ну, во-первых, при восстановлении батареи сейчас мы используем ребят, ну, не используем, скажем так, а пригласили ребят с Керченского техникума, с колледжа. Они занимаются проводкой электрики, большое им спасибо. Они помогли нам полностью электрифицировать силовой блок батареи. Именно молодежь, это были все студенты. Вот. Потом приезжают к нам с разных городов Керчи, мы проводим экскурсию. Вот сейчас собираем группу из 20 керченских ребят, ждем, может быть, кто-то нам позвонит, предложение о том, чтобы создать группу именно ребят, которые будут заниматься реконструкцией. И мы предоставим форму, и на 9 мая они будут участвовать в тяжелых боях по освобождению Крыма. Очень здорово. Вообще много вот среди нашей молодежи таких желающих глубоко вникнуть в историю и прям на себе прочувствовать. Керчь все равно город исторический. Молодежь знает о том, что в данный момент здесь была война. То есть не в данный момент, а война была. И дети проникшие. То есть я не вижу какого-то негатива с их стороны. Все с удовольствием помогают. Такой получается воспитательный процесс, очень хороший, да? Я знаю, что в 2018 году была проведена масштабная реконструкция боя за батарею 29 БИС. Вот что-то подобное мы увидим, может быть, в этом году или в следующем? На 9 мая, ну это может не 9, это конкретно будет более-менее определено, будет реконструкция небольшая, но основная реконструкция, которую мы планируем провести в 2020 году, это в конце октября реконструкция будет называться «Исход». Это рабочее название. Это огромное количество людей приедет. Именно реконструкция будет посвящена не войне, а посвящена исходу Белой армии. То есть в районе Челединова будет проведена масштабная реконструкция взятия Крымского вала. Приедут броневики, там, лошади, кавалерия, казаки. Там будет очень интересно, поэтому жители города увидят очень масштабную реконструкцию. И вторая часть реконструкции будет на набережной Керчи, когда будут подходить пароходы, забирать людей. Красные будут наседать, белые будут отбиваться. Местное население, переодетое в ту одежду, будут грузиться на пароходы. Поэтому будет очень интересно. Это
готовит фонд наследия при поддержке президентского гранта, также батареи 29 БИС и московская организация «Щит и меч», которые тоже будут участвовать в этих мероприятиях. То есть это будет масштабно, и для Керчи это будет, это для Крыма будет очень масштабно. Поэтому сейчас ведутся переговоры с руководством города, с руководством Ленинского района о том, что это мероприятие должно состояться, потому что уже все, планы есть, и все идет вперед. Хотя год впереди, но он пролетит, сами знаете, очень быстро. Ну, конечно, при подготовке очень быстро пройдет время. Скажите, а местные жители как-то могут принять участие вот в массовке? Конечно, могут. Но для этого требуется им одежда начала 20 века, или хотя бы 20. Так что, кто хочет поучаствовать, пускай собирает бабушкины сундуки, все это дело оттуда, выбирает шляпки и тому подобное. То есть для того, чтобы это было красиво, это должно быть очень красиво. Угу. Может быть, поделитесь планами вашей организации? Ну, у нас впереди еще большая экспедиция, сейчас скажу секундочку, большой десант. Это преддверие 75-летия, это подводная экспедиция. Вот, приедут около 70 участников со всех стран Советского Союза, ну, скажем, бывшего. Поэтому будет интересно. Ну, вы узнаете из других, наверное, источников, как это будет проходить. Пока планы. Хорошо, спасибо вам большое, Александр Владимирович, за эту интересную беседу. Я думаю, что нашим жителям она тоже была интересна. Тем они узнали сегодня, как у нас в Восточном регионе, да, впервые, во-первых, о реконструкции вот этой масштабной, и о том, как у нас в Восточном регионе сохраняют как раз-таки тот важный период нашей истории. На этом у меня все. Студия, вам слово. Большое спасибо, Дарья, большое спасибо вашему гостю. Напоминаем, на связи был Керченский филиал телерадиокомпании «Крым» и корреспондент Дарья Зимина. Хорошего дня, интересных гостей, только добрых новостей.